научно-производственном объединении имени Лавочкина в Химках подвели итоги 4-го корпоративного конкурса профессионального мастерства LaSpace Skills. В нем приняли участие более 200 молодых сотрудников предприятия в возрасте до 35 лет. Конкурс состоял из двух этапов – теоретического и практического. Конкурс – это такая площадка, на которой любой сотрудник НПО Лавочкина может проявить себя, показать свой профессионализм, вырасти в профессиональном уровне, посоревноваться, увидеть, на что он способен по своей специальности. Но также не запрещено участвовать по любым другим специальностям. В этом году было представлено 16 компетенций по направлениям – производство, конструирование и сопровождение основных процессов. В течение недели участникам предстояло показать свое мастерство и профессиональные навыки. Оценивали работу молодых специалистов более 60 экспертов. Это очень серьезный механизм выявления лучших по целому ряду направлений и компетенций, дальнейшего их развития, продвижения внутри предприятия. Это еще и стимул работать лучше каждый год. Чемпионат LaSpace Skills уже традиционно является одним из важнейших событий в жизни предприятия. Он способствует росту мотивации среди молодых специалистов. Опыт, великолепный опыт. Это очень масштабное мероприятие, которое позволяет познавать, изучать новые какие-то фрагменты небольшие своей деятельности, знакомиться с людьми обязательно. Вот, в нашей области это основной фактор. Победители и призеры конкурса получили денежные призы и возможность повысить свой разряд или категорию. Также им предстоит представить НПО имени Лавочкина на корпоративном чемпионате «Молодые профессионалы Роскосмоса-2024» и других профессиональных состязаниях. Елена Тараненко, новости Химки ТВ.